Здорово, дружище! Сегодня мы с тобой посмотрим стримеры в черном 4 International. Не знаю почему, но многие из вас начали резко меня просить на это посмотреть, поэтому почему бы и нет? Раз просите, давайте почекаем. Мы защищаем Землю от отбросов Вселенной. Окей. Наши агенты есть в каждом крупном городе. Один круче другого. Агент H, вы один из лучших профессионалов. Но вам нужен напарник. Ебать, давно. Цэшо! Цэшо, хаосит что? Я понял, почему вы меня просили, хорошо. Давайте, короче говоря, устроим маленький флешмоб. Давайте. Тем более, что в стримерской аудитории меня мало кто знает, поэтому давайте подрубимся, короче. Здесь в комментах, я ссылочку оставлю, ебать, много знакомых. А в комментах, короче говоря, допишите, цэшо, хаосит что ли? И типа таймкод 028. Как же приятно. Давайте подрубайтесь, ебанём. Ой, Иисус. У нас ситуация в Лондоне. Ну, я, кстати, немногих здесь знаю, на самом деле. Вперед. Ну, снова я знаю. Значит, тебе нужна я, чтобы его спасти? Так и думала. Еее! Блять! Мне нравится, когда люди вставляют за всякие нарезки. Отстань. Почему происшествие? В смысле? Не иначе погрязнем в бумажной работе. Мне нравится голос Снэйлкика поделали. Боковое зеркало! Пробитие! О! Я посмотрел этот фильм. Настя, ебучку нахуй завалила. От создателей стримера 4, бля! Я посмотрел такое кинцо. Оно было в самом трэшовым, самым отбитым, самым... зато самым толерантным, потому что на Твиче толерантность. Может, и пидор. Я не одобряю, если что. Ебать. Весело, отвечаю. Ля! Ему хорошо подставили голос. Где-то здесь должна быть большая красная кнопка. Нашла. Ярик, блядь! Ярик! Люди в черном International. Ну... Вы меня, конечно, извините, что не в тему. Но цэшо, хасишо. Короче, плюс ЧСВ. Давайте, братцы, давайте. Нас наконец-то заметили. Ебать, я рад за нас. Ебать, я рад за нас. Да, у меня на Ютубе канал довольно большой, но в нарезке меня обычно не добавляли, потому что, ну, на Твиче я только недавно начал. Я верю в вас. Вот я, блядь, вот я видел некоторые вещи, которые вы делали. Это было так охуительно, поэтому давайте. А так, неплохо, неплохо. Не то, что прям, знаешь, я бы хотел посмотреть подольше, чтобы это было. Ну, хотя ладно, это трейлер, типа, нормально. Он и должен быть коротким, правильно? Все, в принципе, логично. Ладно, я надеюсь, тебе понравилось, я надеюсь, тебе было интересно, я надеюсь, ты посмеялся, увидел людей, которые тебе интересны. Я знаю Снэйлкика, я знаю нескольких стримеров, в общем, многих я видел, но я их не знаю так-то. Ну ладно, я надеюсь, вам понравилось, подписывайся на канал, оставляй свой комментарий, ссылочка на оригинал в описании. И давайте, до скорого, пока-пока-пока, до скорого, удачи.